сейчас мы с вами приготовим салатик из рукулы, рыбки, яиц, помидорчики. Для этого я промыла рукулу, ложу в салатник, складываю рукулу, помидорки я сейчас порежу. Так. Режу помидорки на половинки. Разбираю рыбку, кусочек рыбки. В данный момент у меня лосось, маленький кусочек. Я разделяю на маленькие кусочки. Чистила и добавляю в салатик. Добавляю сюда рыбку. Так, я беру соевый соус. Немножко добавляю масло из косточек винограда, добавляю оливковое масло. Вы можете добавить то, что у вас есть, можно просто растительное масло, поверьте, это будет очень вкусно. Добавляю сюда, тру немножечко, даже вот чесночок, зубчик, не полный, чуть-чуть для аромата, чуть-чуть я натираю, не полностью. Так. Буквально капельку. И добавляю сок лимона. Сок лимона. Еще, наверное, немножечко добавлю, капельку еще маслица. Закручиваю. Взобью этот соус. И поливаю. Так, теперь сюда я добавляю семена подсолнуха. Опять-таки свои любимые семена кунжута, семена льна, добавляю приправы, прованские травы, и тщательно перемешиваю и выкладываю на подаваемое блюдо. Так, положили наш салатик на блюдо, которое будем подавать. Теперь сюда мы добавляем сверху отваренные перепелиные яйца. Я их варила, закипела водичка, положила яйца 1,5 минутки, чтобы они были вот такие вот всмятку. Вот так вот ручками берем, раскрываем и вот так вот их ложим. Раскрываем и ложим. Раскрываем, вот, и укладываем. Смотрите, укладываем. Оно так и должно быть. Вот такие вот подтаявшие, такие вот, вот такие вот, вот такие вот. Теперь сверху слегка-слегка присолим, и наше блюдо готово. Пожалуйста, вуаля! Приятного аппетита! Поверьте, это просто волшебно, это так вкусно!